И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дед Хамелеон, мы приветствуем вас на наших каналах, и мы продолжаем кат. Волокно, так, кремль, волокно, да, сейчас что-нибудь тут поковыряем, что-нибудь придумаем. Вон там-то пижары по земле ходят, ее можно подбить. Да видел бы ты то, что я вижу. А что это видишь там? А под куполом обелиск. Ладно, я тебя все равно не понял. Под куполом, так. Энергетический купол, а под ним этот. А, ты там в пустыне, я его давно уже видел. Не, я не в пустыне. Лететь далековато. Ладно, у меня зяблик, в принципе, есть. Сейчас я его немножко качну. Вес. Я смотрю, они очень редкие. То есть, я видел тогда одного, потом видел вот своего. И все, вот сейчас не вижу, ну ладно. Ох, ядрить твою мышь, там что творится? Они зараженные, слышишь? Так я не вижу, что я слышать-то, мне повидеть бы. Моим зрителям увидеть. Охренеть, на меня вот этот шипохвост попер, короче, на меня. А где ты? В противоположной стороне. Куда а я что улетел? С него добывается? Corruption нодуль. Чего? С него какой-то новый фрагмент добывается, 50-ки стакается только, и он протухает. Но я не вижу. Охренеть, как чешуя, а просто такие. Не агрессивные. О, ё-моё, эти, коровы, пердушки. Да иди ты, блин, улетел куда-то. А шо ж они агрятся, нет? Нет. Они бегают. Сейчас пернет. Нет? Охренеть, они дерутся. Или нет? Чё он скажи стоит? Скажи координаты, где ты? Да как я тебе координаты скажу? М нажми и скажи координаты. Вот где наша база в этом секторе, я в квадрате выше. Охренеть, они тут просто друг друга, короче, убивают из-за вируса. Ну все, давай лови. А, ну как зараженного я вижу, они фиолетовые. Вот он, такие. Да, прикинь, они зараженные, даже на меня птеродонт нападает. Ну я вижу только фиолетовых, больше никого не вижу. Ну они фиолетовые, мы светятся. Они как какой-то массой это. Затовошены. Ну да, я вижу, да. Вон их как много вообще, до хрена просто. Ну да. О, о, красавчиков нашел, двоих аж. Этих рогатых? Каких? Аргентовистов. А я двух пташки. Рогатых наш. Пташки, пташки. Да сядь ты, Вася. Охренеть, здесь разновидности у него. Я ж попал по нему, нет? Оу. За полностью заражен. Зяблик, Лена, ты сидишь, дурак. Его. Только неизвестно, что они там жрут. Прям вряд ли они будут там жрать мясо какое-то, наверное, зараженку какую-нибудь или еще что-нибудь. Ой, аргентавист убивал вообще-то. Но они невидимки. Они невидимыми становились, по-моему. Нет, они невидимками не становятся, они из этих вылазят. Из-под земли, из земли. Да? Да-да-да. Кстати, сегодня даже как-то работает сетевая составляющая вроде чуть получше. Выбрать туда, в засуху в эту, у тебя прям жратва улетает. Дай боже. Да ладно, она его кильнула? Ну ты и чмо, обезьяна. Ну ты и чмо, обезьяна. Кого она кильнула? Я нечаянно макаку скинул, а она кильнула. А на нее резко, потом посмотришь, напал этот. Полетчик. Не, все-таки лагает. Ну да, блин, из 500 хп 10 тысяч. Вот он еще один. А? Иди сюда, сука. Так, нам печку надо делать. Это нам нужно, блин, еще 400. Ой, подожди, 550 пострела. И, блин, как же реально этот за поражающий долбанный. Чего ж ты умер? Металлолом.
принципе, этого должно хватать. Да, нефть есть, отлично. Кристаллы еще нужны, много кристаллов нужно. Так, сотка. Я смогу хоть их перетащить с собой? А, может. Я он делает из обсидиана и пасты. Вот твою ж мышь. Хреново. И электросхема еще нужна. Да, вот. Она вообще убийственная скотина. Она у нее и так пассивка, а эта скотина говном закидывает на сумчатый. А он размером с аргентависта почти. Я тебе говорю, аргентависта, во-первых, хватка хорошая, во-вторых, именно крылья у него мощные. Поэтому он может, ну, приблизительно может себе подобных забрать. А Птер, он такой дрищавый, он сопли собирает только, поднимает. Вот я тебе про что. Ну, а, что, да. Подожди, они полимеры текстурировали? Наверное, не знаю. Я только сейчас увидел. Походу, ретекстурировали. Металлические эти? Нет, до металла нам как, блин, пить. Так, урон в ближнем. Скорость. А сколько ты скорость? У тебя 120 тоже? У меня скорость? У моего скорость 157. Ну я до 130 вот подниму и все. Шо у него можно, блин, пивную бочку сделать в нем? Не-не-не, это, короче, дичь какая-то, я так и не понял, что это за хрень. Ну, ресурсы закинь или закидываешь в него и крафтишь на нем все. Что непонятного? Ну, когда они вместе, да, они хилятся. Нет, у меня по отдельно, он один хилит. Нахрен, я лучше сам соберу их, чем он, блин, себе загадит пол инвентаря. Ну ладно, сейчас я. Ну да, он их получает. Да я заберу тогда. Ну, вон, я да. Еле-еле лечу. Ну не зависай, что ты психуешь? Все, да, нормально. Собирай. Давай, быстрее. Куда лететь? Давай, перекинем. Так, куда лететь? Он там рядом был, что ты не видел? Да? Тот кусок. А, он, походу, реально, когда убивает, хилится. Блин, хилится не хило, походу, что ли? Ну да, на 10 секунд хилка. Хотя, не, наверное, хилится он... Так, у меня уже 2000 почти переносимого веса. Надо срочно их качать в вес. А потом может других приручать и, слышишь, может их это прокачивать уже для босса. Закидываем. Хай фигачит. Так, и кожа. Кожу нафиг, он верстак. И остатки камней. Оп-оп-оп-оп-оп, подожди. Оп-оп. Не проблема. А, подожди, а что, его только седлать надо, да? Походу дела, да. Чё-то-во. Я еще в сети? О, японский бог, живем. Ну ты стоишь. Ящик, рецепты. Что здесь у нас? Ты видел, сколько тут ящиков, да? Да, я вижу. Я же там жопу. Я же говорю, да, я улечу. Так, урон. Качаем. Так, вес. Две ворота полетел туда, да? Ну я около этих ворот. Сижу. Это, давай, я заберу. Я лечу, я лечу. Не забирай. Я соберу, все. Нет, я один кусок могу теперь собрать. Мне хватит это мощей. Да тоже глухануть. О, паук зашел не в тот район. Опа-опа. Что это, мишки, ёптать? Спать. А, это медведи были? Ну, медведи, наверное, или что-то подобное. Кусь? Интересно, а подушку можно это? А, ты ее съел? Уровень был. Охренеть, Лёх, иди сюда быстрей. Ой, мать твою, что с ней происходит? Она брейкда... попортил шкуру. Я с него сердце собрал. Я сердце с него собрал. Нехило, нехило. Ой, блин, это пердёж ли за мной идет. Сдохни. Сейчас скажу.
Давай так же вот прокачаю, как у тебя. Так, и вес теперь его. Превращенный. Грузовую лакову прокачаю. Вот, я просто... Пиродонтов я видел. А, так я ж не касаюсь. Нет, ну вдруг... Охренеть! Виверна? Да, зараженная. Давай ее так жрём. Тут трехголовый. Вернчики. Ну, типа, если бы мы так были, на, так скажем, стандартные, то нам тут не то, что жопу, тут, наверное, с роботом. Потому что, прикинь, 100к, и он не умирает. Наверное. Power Rangers. Вот собака, быстрая. И даже я, охренеть, не... Я поймал, собрал с ней. Ага. Так, подожди, вот я возвращаюсь. Одна. Ну да, тут что-то прям чересчур. Тишь на пролом, нафиг. Я как-то не хочу рисковать, хоть у нас и кач тут дикий. Завали его там, чтобы он не пришел. Что это за хрень? Обсидиан! Хорош. А ты где? Дальше там, назад. А, еще назад? Да, вот где ты убил этого, короче, это обсидиан. Это вот. Обсидиан, да? Да. Унести унесешь? Что-то я его... Ну, я его маловато собрал. Еще кристаллы какие-то, кстати, у него. Ух, ё-мать. О, огненный коготь. Виверн 3 штуки собрал. А как она там, как-то по-другому отображается? Она отображается вообще. 20. Сто тысяч хп у меня. 100 000? Да, но при этом только от регенина 7. Но у меня 108 000, ну как и у тебя. 108, и... да. Вау-вау-вау-вау-вау. Но у меня 30 000. Да, хорошо. Вон. Ребят этих побью сейчас. Они хороший каджи дают. Да. Конечно, круто бы Бививерну бы поймать. Ну, точнее, найти яичко. Опа, чат, что-то... А что, это кристаллы какие-то, да, или что это? Ну, я не знаю. Или это как раз то говно, которым они заражены? Ну, что-то... Что-то мне не нравится это говно, короче, вообще никак. Так, мне надо уровень качнуть мой. Так, выносливость 1000, вес. Давай вес качну. Ну да, в основном тут решают только динозавры. Оп. Ты куда упер? А, да я вперед. Я... Че, возвращаемся тогда, то 40 минут. Да можно тут остановиться, че? Ну или тут, да, остановиться. Подожди, а мы летим, получается... А, ну мы уже почти в самом верху. Давай сейчас где-нибудь вот тут на камешке тормознемся. А с ней под видео и на Тёмин канал, у него на мой, так что переходите, подписывайтесь, все в этом борту. Вот, всего хорошего, всем пока. Да, друзья, всем.